Задайте, пожалуйста, вопрос у испанцев. We're here for protect the civilian of Donbass by the massacre of Fokinkiev and for fight fascism. Fight against the fascism. Для защиты гражданского населения Новороссии, женщин и детей и борьбы с фашизмом. Борьба с фашизмом. Своим привет передадите? Do you want to see your family? Можно вкратце? Да, можно. Уже можно. Hola a todos y sin más. Anima la gente que venga aquí. Y que si quieres ayudar. Скажите, знаете, сколько у вас национальностей в вашем подразделении воинском? Очень много. Много это сколько? 10, 20? Европа, Азия? Национальностей 20 будет. Это минимум. Как они стойкие ребята? Да. Мало того, что стойкие, но еще и решительные. Не каждый, скажем так, решится на такой шаг, как... То есть уже то, что они уже сюда приехали, конечно, это говорит о многом. Да. То есть нужен им батюшка, нужен им замполит этим ребятам, иностранцам? Конечно, нужен. Конечно. Но ведь они же, у них стержень уже мощный. У них стержень мощный, но вера, она должна подпитываться постоянно. Спросите, какой веры эти ребята? Плиз. Какой веры эти ребята? Веры какой, спросите. Православные. Они коммунисты, они атеисты. Но даже и коммунисты и атеисты все равно верят во что? В светлое будущее. Естественно, коммунисты, они и строят, они борются за него. Это тоже вера. Да, они против фашизма, они против нацизма украинского. Можно и в Господа, верить можно в Будду, а верить можно еще и в справедливость, в честность, в доброту, в порядочность и так далее, так далее, так далее. Это тоже, скажем так, часть веры. В любом случае, здравомыслящий человек всегда должен верить. Вот вы еще скажите, что сталинисты не знают, на самом деле, да? Что они атеисты. Да. Мы будем бороться идти к тому, чтобы коммунисты пришли к православной вере. Вот мой папа был православный верующий. Он с партийным билетом в кармане, когда все сдали, он его не сдал. И по утрам тихонько молился. Вот и мы будем добиваться того, чтобы все коммунисты, которые остались, сделали точно так же. Не нужна никакая другая система. Он дрожит, наверное, не так от мороза, как от большого. Ну да, народу много. Он. Да, конечно. Идите, это... Красный. Сейчас, подождите. Красный. Международное слово. Терроризм. После киевских идиотов слово террорист как похвала. Но пасаран. Но пасаран. Сергей Рулев, ЛНР, Новороссия. Специально для независимой службы новостей.